Всем привет! Меня зовут Надежда Минакова. Я проживаю в чудесном городе с названием Орел. Это великая земля, подарившая миру Лескова, Тургенева, Бунина, Фета. И, конечно же, у всех этих людей была мечта. Мечта должна быть у каждого. Только она делает жизнь по-настоящему яркой и праздничной. Только мечта помогает нам преодолевать трудности и приходить к успеху. А если нет мечты, значит, нужно ее придумать и все равно идти к ней. Но как же не сбиться с пути, если у любого человека в течение дня роится множество мыслей в голове, и, к сожалению, наш мозг устроен так, что негативные мысли первыми врываются в нашу голову и не хотят оттуда уходить. И поэтому их постоянно нужно отслеживать и искоренять, заменять на позитивные. Это каждодневная работа над собой. Ну и, конечно же, должна быть вера в себя. А если нет веры в себя, или даже нету сил поверить в себя, значит, нужно искать людей, которые помогут это сделать. Нужно каждый день открывать для себя новых людей, успешных людей, слушать их истории и находить в них себя. Нужно постоянно искать себе новых друзей и партнеров, ведь в любом деле мы не можем достичь успеха в одиночестве. Нужно быть всегда открытым миру. Ведь недаром существует такое высказывание: «Подари миру все лучшее, что есть в тебе, и тогда мир даст все лучшее, что есть в нем». И, конечно же, всегда нужно не забывать о своей мечте. Твой путь начинается с мечты. Она должна стать целью. Моей команде, и я помогу тебе поверить в себя и прийти к твоей мечте.